Друзья мои, ну а перед просмотром данного видеоролика хотел бы всех вас попросить, чтобы вы поставили этому видео лайк. Как только это видео набирает 250 лайков, сразу же выходит новая серия, и тем самым вы меня мотивируете делать для вас новые видеоролики. Сегодня у нас на обзорчике сервачок с бесплатной випочкой, улетные зомбарики и пишечкой сервачка. Все будет как всегда в описании. Заходите, будем вместе играть, выкупайте привилегии, кто здесь хочет. То есть сервачок прикольный, годный. То есть здесь модельки свои, все качественно, все интересно и все очень-очень здорово. Поэтому заходите. Заходите, будем, еще раз повторяюсь, вместе с вами играть. Так, давайте, в принципе, я себе возьму со всех менюшек. Вот, кстати, цены на привилегии можно поставить на паузу, посмотреть. То есть, очень все дешево стоит. Скидки 99%. Поэтому заходите, играйте. Конечно же, кто хочет, покупайте. Меню привилегий. VIP-меню броню берем с вами здесь. Паки берем. Что еще возьмем? Антидот. Потом можем превращаться в босса и выживший. Через меню админа тут ничего. Супер админ меню. Бесконечно патроны. И паки берем. Также здесь здесь раздача паков, сможете выдавать через меню у кого-то там владельца. А, выдача привилегий. Можем выдавать випку плюс паутинку и просто випку. Давайте, к примеру, вот пареньку лол. И в чате пишет Рамзес, выдал лол, привилегию випку плюс паутинку. То есть, довольно-таки прикольная тема, друзья. Выдача привилегий, вот это вот. Дальше, меню главного админа. Здесь невидимость с вами возьмем, скорость возьмем и гравитацию, в принципе. И там вроде бы что-то еще. Подарить привилегии можем, та же выдача привилегий. Дальше, управление сервером. То есть, только у меня оно что-то не работает. И, в принципе, вроде бы все. Тут все основное находится в магазинчике, друзья. Здесь джетпак вроде бы. Сейчас я вам покажу. Очень крутой на этом сервачке. Надеюсь, он этот, которым я минус 10... Да, друзья, вот этот вот джетпак, о котором я вам хотел рассказать. То есть, ну, прикольно, мне он очень нравится. Вот напишите в комментариях, как он вам. Мне, если честно, очень. Давайте карту еще проголосуем. Пример вот Dust 2, вот эту вот. Да, я проголосовал за да. Вот такие вот модельки, то есть Человек-паука, вот зомби-модельки. То есть вот бросаем сейчас джетпака, выстрелим. Здесь урон джетпака прям очень-очень мощно, по 10 тысяч хп снимает. И вы просто сможете иметь бесконечное количество паков. Тем временем у нас меняется карта, я поменял карту. И сейчас поиграем на другой, то есть на Dust 2 я вроде бы поменял. И сейчас будем на ней с вами играть, друзья мои. И выживать. Так, ножик у нас такой, но нужно выбрать выбор ножей. Вот давайте, кстати, покажу вам ножи. Вот такие. Дальше такой, а для админа такой, для супер админа такой, молот такой, Warhammer Holy такой и Warhammer Улет для главных админов вот такой. Мне самое-самое больше нравится, друзьяшки. Тиакс. Лимит брони 500. И можем, в принципе, разбросать сюда джетпаков М294, М2994. Покупаем вот так. Разбрасываем. Красота, друзья. То есть вот, вот подходим, сюда бросаем, сюда бросаем. Сюда бросаем и сюда бросаем. Ну, согласитесь, красота. Реально красота. Красиво выглядит. То есть вот. Вот так. Вот так. Может так же... Так, вот так лучше, нет? Так, вот так даже лучше, друзья, наверное. Вот посмотрите, красота. Ну, реально, мне лично очень нравится. Еще примекс. Братишка, стань дальше, я тебя заскриню. Стань дальше чутка. Так, но он улетел, к сожалению. Ну, да ладно. Так, вот. Стань, плиз, около джетпаков, я тебя заскриню, на видос попадешь. Так, опа, вот так, друзья, меня еще сзади кто-то бьет. Ух ты, мы его убили. А граб есть? Граб вроде... Стань, плюс около джетпаков сюда, пожалуйста. Подойди ближе сюда, вот сюда где-нибудь. Так, блин, мы еще выбросили джетпак свой. Вот, возьми джетпак, плиз. Да, вот стань сюда, пожалуйста, ближе. Так, и вот, сейчас мы его заскриним, будет красиво. Текс, ну зачем ты выбрасываешь? Давай вот так бросим. Вот, ну, с джетпаком реально красиво. Стань, можешь стать или нет с джетпаками? Ну, блин, паренек... Паренек вообще просто не слушается. Ну да ладно, давайте просто повыживаем тогда. Думаю, так достаточно будет. Посмотри, вот, кстати, Человек-паук, иди сюда. Вот, вот этот паренек. Прикольно, кстати, тоже выглядит. Блин, ну прикольно, мне сервачок нравится. Тем более и онлайн здесь довольно-таки неплохой, как вы видите. Поэтому, друзья, залетайте, будем играть. Все ссылочки, как всегда, вы найдете в описании. Все круто, все здорово, все мне нравится на этом сервачке. Будем вместе с вами играть здесь. Так, с какой бы нам пушку взять? Бесконечная энергия, кстати, есть за 100 паков на 2 минуты. Ну, прикольная тема, прикольно, друзья, тематика сервачка. Все годно, мне нравится. Вот, вот. А где вот этот хаммер мне взять, интересно? Вот такой паренька, прикольный хаммер, синий такой. Че, джетпак тебе, братишка, дать? Да, джетпак, лови. Я тебе дал джетпачок, все, все, красавчик. Хотите на видосик попасть? Идите сюда, останьте здесь, я вас заскриню. Так, вот, сказал паренька. М2994, давайте еще М2994 заскриним.
То есть вот встаньте здесь, пацаны, вот здесь, около вот этого вот встаньте. Так, ну прикольно, здесь реально подписчики мои играют, поэтому заходите, будем вместе с вами играть, будет весело и очень-очень круто, друзья мои. То есть вот, ну реально круто. Встань ближе сюда. Так, ну блин, был бы у меня джетпак, я бы заской. Граб, да. Я бы заскринил, джетпаки, к сожалению, у нас пропали. То есть такой, блин, развлекательный видосик получился. Вот, друзья, ну, Человеки-пауки реально красиво смотрятся, вот согласитесь. Мне лично очень-очень нравятся вот все. Потому что здесь всем бесплатная випочка, то есть free VIP. Здесь будет доступна вам менюшечка VIP, насколько я знаю. Вот, меню VIP, вот это, по сути. Потому что в названии, как вы видите, free VIP написано. Потом, друзья, заходите на серачок, будем играть. Обязательно, кто хочет, покупайте привилегии. Серачок годный, интересный. То есть магазинчик здесь разнообразный, можно так сказать. Очень много разных вот пушек, как я вам показываю. Вот прям ПКМы всякие, снайперки вот такие, друзья. Ну, заслуживает серверчок внимания, поэтому заходите. А в следующих сериях я буду здесь играть. Но сегодня такая вводная серия. Я вам показал, что в той серии предыдущей не показал на этом серверчке. В этой я вроде бы все показал, все классы зомби, то есть вот. Поэтому, друзья, заходите, будем играть. Еще раз повторяю, все ссылочки будут в описании. Но я буду прощаться с вами. Подписывайтесь обязательно на канал, поддержите видеоролик лайкосиком. Обязательно ставьте на колокольчик, чтобы смотреть видеоролики первыми. Ну а с вами был я, Рамзес, все дела, друзья. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока.